Почему бы не дать пристанище ракам-отшельникам? Под таким названием стартовал проект японской художницы Аки Инаматы. Она создает дома для членистоногих, украшая их архитектурными достопримечательностями разных стран мира. Раковины обретают очертания городских пейзажей Нью-Йорка, Токио и других мегаполисов. Арт-проект Аки Инаматы – это не только помощь ракам-отшельникам, остающимся без домиков из-за собирателей ракушек. Художница также стремится понять, что происходит с человеком во время миграции. Раки-отшельники, несущие на спине дом другого существа, уже живут иначе. Их жизнь определяется этой оболочкой. Мне кажется, это похоже на то, как я, японка, могла бы стать француженкой. Инамата с помощью компьютерного сканирования изучает внутреннюю форму настоящих раковин. Затем создает виртуальный дом для рака, после этого печатает его на 3D-принтере. Внутреннее строение раковины рака-отшельника имеет спиральную форму. Этого не воспроизвести, вырезая вручную, только путем создания слоев. 3D-печать лучше всего подходит для этой цели. Когда акриловые домики готовы, их отдают ракам-отшельникам, а те выбирают наиболее приглянувшийся. Арт-проект Аки Инаматы в прошлом году получил награду на конкурсе UFAB Global Creative Awards. Работы японской художницы выставлены в Китае и США.